Всем привет, друзья! А сегодня у нас рецепт для похудения. Это блюдо состоит из водички, стаканчик, аджички или томатный сок, или лечо, что у вас есть. Ложечки другой сливок, жидкие или вот такие густые, как у меня, вместо сливочного масла. Одна ложечка риса и капуста. Капусту я порезала квадратиками, пол кочанчика, раз-два, раз-два, все готово. Все это я отправляю в мультиварку, и оно будет тушиться минут 30. То есть включаете режим тушения, можно сразу не открывать, дождитесь, чтобы хорошенько пропарилось. Перемешали и готовим. Этот рецепт можно назвать и ленивыми голубцами, и овощным пловчиком, такая легкая еда. Если вам не нужно стройнеть и худеть, можете добавить сюда сосиски, колбаски, специи побольше, зажарки, там растительного масла. Но у нас такая это легкая еда для лета. Закрываем, но у нас готовится, а я пошла творить добрые дела. Красивое, ароматное, на вкус невероятное получилось у нас блюдо. Находите время, готовьте себе, будьте здоровыми и будьте красивыми. Всем пока!